Анна увидела в одном из местных чатов объявление о том, что требуется помощь участникам спецоперации. В числе необходимых вещей для солдат – маскировочные сети. После этого все свое свободное время она проводит в пункте сбора гумпомощи, плетет сети и помогает другим волонтерам. Ни в коем случае не обесценивал помощь свою, потому что даже 15 минут позволит вплести человеку вот одну вот такую ленту. И возможно, это вот именно вот эта лента, она может укрыть одного нашего бойца. Андрей и Денис стояли у истоков создания волонтерского движения. Сейчас в их группе более 50 человек, которые не жалеют своего времени и помогают ежедневно. Начало с того, что соседки забрали близкого родственника в зону СВО. Вот, там поначалу были некоторые проблемы с обеспечением. Вот, и на этой волне, ну, чтобы ребятам помочь, как-то кто там ушел служить, да, чтобы им и морально, и материально там, в какой-то степени помочь, вот, организовалась такая группа поддержки, да, наших военных. Процесс изготовления сетей добровольцы четко знают. Сначала из специального материала необходимо сделать раскрученные ленточки. Потом эти ленточки вплетаются в сеточку определенным образом, чтобы она вот так вот пятнышками была. За небольшое время неравнодушным жителям уже удалось вплести и отправить в зону спецоперации 6 маскировочных сетей. Вступить в волонтерские ряды и помочь мобилизованным может каждый. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».